Расскажи, какая у тебя прическа? У тебя раньше были кудряшки, сейчас у тебя что в голове? Сейчас у меня последний шик моды. Я скажу так, эта прическа будет скоро у всех людей, кто играет в Counter-Strike. Да? А ты это... будешь просто видеть белого Джерри с такой же притчей. Он будет каждое утро просто вот этой фигней выпрямлять. Андрей, волосы. Если выиграем мажор, белый, красишься? Если мажор выиграем... Диман, ты в баге. Если на РВР выйдем, красишься. Если Евролигу выиграем, я, блядь, белый покрасишь. Хорошо. А это стой, сядь. А это вот на камере будет видно. Это у тебя этот... задний спойлер, как в машине такой, чтобы, типа, голова не улетала, правильно? Да, это укладка такая специальная. Все, супер. Это видеоблог. Привет. У Резалта день рождения, 14 февраля, ему исполняется 18 лет. Мы с... бляха! Мы с ребятами... сделали ему такой сюрпризик и купили тортик. Сейчас его поздравим, ему будет приятно. Ну чё, как дела? Нормально. Чё расскажешь, интересно? Вот только что сняли зортика, меня... Сейчас ждем, когда нас берут на интервью какие-то, снимают Влада. Ага. За кадром там. Я только что показывал. Диман. Как вообще подготовка прошла? Вот 4 дня на Мальте, буткемпа. Мы очень плодотворно подготовились, на самом деле чувствуется вот заряд и форма команды. Сейчас, после того момента, как мы встретились, начали тренироваться вместе, вот, чувствуется командный подъем. Все браки, в принципе, играются хорошо. Мы практически никому не проигрываем, мы с топовыми коллективами боремся. У нас единственное, что сейчас проблема, когда мы только играем там с какими-то героями Г2, там, мы иногда им проигрываем. Вот так все хорошо. Готовы побеждать. Понятно. Следите за нами. Еще один вопрос. Почему, когда ты нагло врешь на камеру, ты чешешь себе затылок? Я? Да. Ну а что мне говорить на видеоблог, то что мы по 5 раундов будем? Так и говори. А что сделать? Титан. Крат и тут, и тут. Диман, это не видеоблог, это уже какая-то дичь.